Доброго денечка, мои хорошие. Сижу, кофеек пью. Достал скумбрию. Она уже разморозилась. Ой, голосовуха-то мне отправляют. Хочу приготовить скумбрию. Ой, спина болит. Не могу, ребята. У нас сегодня, гляньте, какая погода. Не знаю, видно вам, не видно. Снег метет. Ой, пошлите, ладно, готовить. Болит спина, не болит. Надо готовить. Разминку делать. Не могу, чё, со вчерашнего вечера. Болит прям аж это. И стоять больно, и лежать больно, и сидеть больно, и ходить больно. Видно, ой, сыпется с меня все ненужное. Так. С чего начиналась родина? Скумбрию буду в духовке делать. Прям целиком. Сейчас здесь ковер отодвину. Плиту отодвину. Ой. Включу духовку. А потом займусь рыбой. Разжевала все по полочке, да? Все падает. Ой, ребята, не обращайте на старушку внимания. Охуй, я так тохую, даже когда ничего не болит. А сегодня я, наверное, вообще разохаюсь. Вытащить все. Вроде бы таблетку вчера выпила от спины. Бесполезно. Ни хрена не помогло. Так. Чуть шкумбрии захотелось. Любки-то. А Любаньки. Включить духовку и пусть она разогревается. Сейчас подержу, а то тухнет постоянно. Ну, вы уже знаете, кто меня смотрит, они знают. Что я с первого раза моя духовка не включается. О! Надо Чего не хватает? О, а со второго раза, пожалуйста. Такс, надо рыбку помыть, кишки вытащить. Давай наклоню камеру. Уже 100 раз, правда, я эту скумбрию готовила. Ну, еще раз с вами приготовлю. Отодвинуть отраву от тараканов. Ой, беда с этими стайскими. Так. О, вот так вам получше все видно будет. Пленки, как всегда. А значит, нет. Как никогда, сэкономили. Так. Сейчас я ее постелю на дощечку. Хотела фаршированную сделать, а потом что-то подумала. Я ж косточки люблю поголодать, а фаршированные это надо от костей отделять. Так. Голову оставлю. Сейчас вот эти тоже вытащите с головы. Разморозилась, правда, ну, как, не до конца, ну, то, что надо.
Тогда полностью размораживается, неудобно ее тоже чистить. Так. Так, дайте я еще, знаете, что? Ножницы купила. Жабры обрежу. Сейчас руки вытру, чтобы ножницы достать. Как раз посмотрим, как ножницы режут. О, красота. Плавнички сейчас отрежу, хвостик. Так, а здесь вроде все нормально. О, молодец. О, господи, чуть вас не уронила. Так. Ой, ребята. Что, спина у меня прям это больно. Ох, здесь пропустил. Спина прям, говорю, больное место у меня. Так часто она болит. Это сказывается работа. Маляром, когда работала. Тяжесть таскала. Видно хоть вам или ничего не видно, что здесь делаю. Сейчас он с Ульяшечкой в WhatsApp общалась. Соскучилась по мне. Да она и я по ней соскучилась. Следующий выходной надо взять ее в гости. Если она захочет. Она сейчас, правда, немножко отвыкла от меня. Ну, в плане, раньше она вообще по мне там аж на взрыв орала. Сейчас хотя бы уже нет. Все. Перестала. Повзрослела. Уже ко мне так особо не рвется, как раньше. Ё-моё! Никак не зацеплю черную пленку. Убрать хочу. Она, мне кажется, как харчит всегда. Когда не убираешь ее. Вот там говорят, жабры харчат, когда не убираешь. Мне жабры не горчат, вот честно говорю. А вот пленка, мне кажется, что горчит вот это. Какая вот здесь. Так. Не могу даже стоять. Вон, повисла на раковину. Вишу, вишу, ребят. О, господи, в глаз себе. Хорошечно помыть все в голове, чтобы не было кровушки. Хорошая скумбрия. Все же у нас продается в этом магазине. Такая плотненькая, жирненькая. Ой, все, не могу, сил нету. Шил нету. Так, что надо теперь, любая, убрать вот эти каки. О! О, все, молодец. Ведь правда? Так, поэтому, знаете что, хочу сделать на рыбку, положу на луковую эту подушечку. Что-то мне так захотелось сегодня. Так, это пока... Скумбрию вот так это отвину. А сама лучок сейчас подготовлю. Где мне здесь дощечка-то? Вот она. На нож.
Нож помыть. Стул, что ли, взять? Прям не могу. Что-то стоять вообще, ребят, мочи нету. Хотя я сидя, не знаю. У меня почему-то не получается сидя что-то готовить. О, пипец, дожила. О, вот так. Нормально вам видно? Сейчас лук. Ой, тьфу, лук. Скумбрию запеку. У меня там помидорки есть, огурец. Сделаю еще салатик. И будет такой у меня легенький обед. И вкусненький. И легкий, и вкусный. Ой, как сидеть неудобно. Вот многие вот прям сидя как готовят. Там, ну, в смысле... Подготавливают продукты к готовке. А мне нифига, мне неудобно. Лук что-то гниет. Обрезать так, выбросить сразу. Ой, это отвинуться. Текс. Ох, ё-моё, правда жила. Сидя, уже готовлю. Лет нам через 5, все, лежа, готовить-то. Так, как мне лучок? Кольца нарежу. Ой, вообще неудобно. Сидя, ни хрена. Ой, ё-моё. Много мне лук не надо. Так вот, чисто вот как скумбрию на нее положить и все. Положить, положить. Короче, чтобы рыбка с формы не прикасалась. Ладно, еще подрежем. Манту. Мучиться я должна здесь, понимаешь, сидя. Он еще мне вот этот стол, он как восковат, и пойму, и поэтому особо неудобно на нем что-то резать. Так, пойдет. Я думаю, хватит лука мне. А эту беру, салат сделаю, еще пригодится. Так. О, Любанька, давай, все. Шевели булками. Ничего не болит, все. Запипись, все прям чики-пуки. Так, что мне надо? Соль. Шоль. Берем шоль. Чесночком надо еще потрусю. Сушеным. И все, боль ничего не хочу. Ну и маслицем сбрызну. И все. Так, это убрать. Салфетку оторвать, бумажную сразу руки вытирать. Все, поехали, ребята. Дальше. Так. С чего начиналась родина? С соли. Медом... Ой, соль бухнула. Медом не буду смазывать. Не хочу. Да у меня и жидкого меда нет. У меня такой он густой. И ни хрена не получится особо смазать. Самое главное, не перестараться с солью. Харе. О, ну как всегда, понятно. Разряжается. Чесночком. Ой, я чеснока не херачила. Либо от жадности. Так. Ну и чуть-чуть сейчас с маслицем еще смажу. Что-то и нос чешется.
Чуть-чуть смажу. Так, чтобы подружились лучше специи с рыбкой. Поженились. Чтобы лучше. Ой, выражения прям такие, какие только не придумают. Поженились, подружились. О-о-о. Так. Ну и все. Все дела. Пока духовка разогревается, как раз рыбка постоит. Малость промаринуется. Блин, может вот так? О, точно. А то что-то не вмещается. Сейчас немножко я ее по-другому поставлю форму. Так. Все. Молодец. Надеюсь, будет вкусно. Да, конечно, будет вкусно. Почему должно быть невкусно, правда же? Так, все, ручки помыть. Это помыть. И, ой, ребят, вообще ворочаем, блин. Так. И салатик сейчас нарежу. Не будет мне обед. Вкусненький. Сразу. Блин, а ну как место? Вот критически прям вот мне не хватает, а? Я тут одну рыбу делаю, а? И то. Не знаешь, куда что, блин, поставить. Ох-ох-ох. Так, так. Рыбу пока вот сюда уберу. Сейчас, ребят, и вас поверну. Все, сейчас я тут. Сейчас все сделаем. Так, соль оставляю. Мне сейчас она нужна будет. Чеснок отнесу. Помидорку возьму, огурчик возьму. Один все, огурец уже, ребят, использовала. Толян в рейсе. А мне-то надо чем-то заниматься. Ну, понимаете, да? Короче. Понял, да? Не дурак, дурак не понял. Ой, ой, дурная. О. О. Я при хорошей жизни. Ох, а это вообще спина, говорю, ужас. Она вчера, конечно, не так сильно болела, как сегодня. Ой, так, сколько ж мне? У меня 3 помидора, 1 огурец. Вкусные помидоры, кстати, Слава, в магните. На веточке. Мне понравились. Так, ничего, так скажем. Так, сколько ж добавить-то? 1, 2 нам добавлю, нарежу. И, наверное, не весь огурец буду добавлять, а... О, вот ну, у меня сану когда плохо видно. Мне вот охота, чтобы и готовку мою видели, кстати, и рожь мою. Ну так, короче, полхари видно. Пол огурца добавлю, даже побольше. А это оставлю как раз на другой раз. Так, что? Готовим. Моем огурец. Сегодня такое это готовка.
старческое. Сидя. Ну, бывает, бывает, ребят, бывает. Говорю, в свое время маляром-то жалела одну, таскала, блин, что потяжелей ее жалела. И чё я ее жалела-то? Подруг типа того. А если это подруга, знаться теперь не знаюсь. Подруга была, пока у нее никого не было. Она шла мужика, и все. Сразу подруга-то ей нужна не стала. Это я, лошара, жила с мужем, а с ней общалась. Со вторым жила одним дураком. С проституткой, можно сказать. Был бы баба, если бы он бы, наверное, и трусы не успевал одевать. Ну чё, молодая, господи, глупая была. Жила, блин. Ой, терпела. Ходил, получит зарплату и на ББ спускал деньги. А Любаня кормила. Ну, конечно, что-то перепадал и мне давал. Не без этого. Ну и... другим перепадало. Так, шугурца, что нарезать огурчик. Блин, как же мне немножко стул, чтобы вот так поставить. Хочу вот, ой, вот так спиной облокотиться. Аж куда-то вниз, прям вот спина болит, вниз отдает. Да, ребята, жизнь прожить, это не реку переплыть и не поле перейти. Хорошо, у меня Толян верный. Несмотря на то, что он междухородник. Вот я в нем уверена на все 200, что он верный. Вот так. Если мне кто-то скажет, что он там типа что-то от меня ходит налево, сроду не поверю. Серьезно говорю. Сидя, правда, неудобно вот нарезать. Не знаю, мне почему-то неудобно. Я привыкла всегда готовить стоя. Или, может быть, вот как я сказала, сама вот эта столешница, она высоковата. Или это не по мне, так кто мне... ох, господи. Ладно. Чат, чат. У нас там родительский чат. Садовский. Я имею в виду родительский. И Леночки мне там, голосовухи, и Ульяшка все это отправляет. Ну, сейчас уж сниму, приготовлю, поболякую. Так, очередь дошла до помидорок. Знаете, какие хорошие. Представляете? Это магниты такие, я ж удивилась. Надо еще, пойду куплю. И... сколько они там стоят? Блин, вот подзабыл. 220, что ли? Ну что, это разве деньги для зимних помидор-то? Хороши. Ничего не скажу. И сладенький, и шкурочка такая. Как ее? Не жесткая. Сметанкой заправлю. У меня там чуть-чуть сметанки есть. Как раз мне хватит. О! Что там, духовка моя? Ух, ё-моё! Лучше бы не выебалась. Не вижу. Разогрелся, не разогрелся. Ладно, сейчас дорежу потом. Ну, как вообще? Класс. Сейчас это, попочку обрезать.
О, сегодня так медленно режу. А мне, говорю, у меня болит и спина, у меня все болит. Ну, спина болит. И плюс в этом положении неудобно готовить, поэтому вот как. Все так заторможено. Все. Пошалю. Не полез с морской солью этой посолю. Какая разница? Ну, помидорки вообще классные. Еще хочу. Ну, может, спина отпустит, дай бог, сегодня. Сейчас поем, выпью обезболивающее. Завтра, может, схожу, тогда в магазин куплю. Еще помидорок и огурчиков. Так, пойду гляну, что там с духовкой-то. Ой, у меня уже вовсю разогрелась. Отправляю. Разогрела, ребята, у меня 260 градусов. Но она еще дальше поднимется, температура. Я до максимума разогреваю. И минут так на 15. Так, что мне надо? Сметану, да, пока встала. О! Ну, сметану, чуть, мне кажется, либо мне мало будет. У меня прям совсем мало сметанки-то. Либо не хватит, а может и хватит. Вон, одна ложечка. Все пожрала. Пожрать люблю. Все надо выгрести. Так, время, ребятки, дайте я посмотрю, сколько. Без 5:12. Мукбанг бы снять. А мощи нету. Ну, может, сниму, посмотрю. Сейчас приготовиться, посмотрю. Такой просто обед шикарный, да? И не снять мукбанг. Ну, как по мне, шикарный обед-то. Чего в нем плохого? Рыбка, салатик свежий зимой. Не каждый себе позволит, заметьте. Господи, а не салат, правда, не роскошь. Ну, хотя, в принципе, может, и правда, не всякий позволит. Многие зимой вон солени лучше поедят. А я дурында, говорю, летом ни хрена не ела салаты. А сейчас я вот их каждый день бы ела тазами. О, сметанки прям вообще отлично. Получше размешать. Лук нам многовато, я в салат бухнула. Я как мало добавляю лук-то в салатик. Прям размешиваю лук много. Ну ладно, нормально. Витаминки зимой нужны. Лук-то, витамины. Да чеснок, чтобы не болеть. У меня вон что-то Леночка приболела. Горло болит у ребенка. Все. Пусть стоит, ждет рыбку. Ой, прям стоит, а сам Люба шепчет. Люба, съешь. Ну, съешь меня, съешь. Как не перес... О! Чтоб не воняло. В ведре. Опа. Какие у меня халюсенькие. Есть такие прям каки заходят. Вот такие прям бяки пишут. Но это, конечно, не от большого ума пишут бяки-то. И не от доброго сердца. У кого доброе сердце,
Бяки людям не пишут. Вот. А в основном мне такие, ну, девчульки, я не могу. Я даже порой над своими девчульками удивляюсь. Вот честно, как они меня терпят. Дурная, как все отмочу, начинаю видос монтировать. И удивляюсь. Ой, а девочки меня терпят, еще комментарий добрый пишут. Так. Сидеть сегодня буду работать. А че? Нормально. Ах, прям запах слышите? Вот. Да, слышите, а? Через камеру. Так, лучком начало пахнуть. Ну, там уже шкварчите меня. Я думаю, вам слышно. Так, пакетики. Пригодятся. Не буду выбрасывать. Плюшкин. Ну, пакет. Что он чистый? Огурцы лежали, да помидор сухие. С чего там пачкаться-то? Так. Я даже мясо покупаю, пакет не выбрасываю. Представляете, я их мою. Шутка, конечно. Раньше, да, вот раньше-то пакеты мыли. В основном, даже грязный, хрен выбрасывали. А сейчас все, гляньте, богатые все стали. Выбрасываю. Раньше дефицит, купить пакеты. Угу. Купишь. Так. Помою сразу здесь с собой. Уж 5 минут шкумбрия готовится. Минут 15 буду. И будет уже готово. Мне надо было посильнее бы сверху маслицем смазать. Ну ладно, ничего, нормально. Была в духовой. Я такая правда. Вот скупой платье дважды. Как мне подруга говорила моя. Купи духовку, чтобы была электрическая. Пожалеешь, Любань. Ни хрена не послушала. Сэкономила 1000. А сейчас так жалею. Ну ладно, потом все равно поменяю со временем эту плиту. Она, правда, хорошая. Ну, все хорошее. На дачу отвезу. Может, года через два возьму и поменяю. Куплю тут, понятно, панель газовая. И духовка, чтобы была электрическая. Все, чтобы было как положено. Так, ну все, что? Помидорки убрать. А где кофе? Я не взяла, в зале осталось. Ой. О. Так, на потом. Да, завтра край Любани магазин чесать. Сметанку купить надо. Вот. Короче, что-нибудь купить. Ой, будь здоров, спасибо, девочки. Вот по-любому, кто, у кого-то промелькнула мысль, а может и вслух. Будь здоров, Любаша. Сама так же кого-нибудь смотришь, раз чихнул, утром он самопроизвольно выскакивает. Будь здоров. Ой, посмотрю рыбку, что там. Давайте вам тоже покажу. Сейчас я включу, не знаю. Получится показать или нет? Ну, попытаюсь. Ой. Туда, конечно, телефон запихивать не буду. А то пихну. Надо было маслицем маленько все же смазать. Ой. Знаете, что думаю? Может, сейчас достать ее и слегка маслицем изырнуть. И опять ее туда, короче, засунуть. Ой. Горячо. Чтоб корочка была красивейшая. Вот почему я медом смазывала. Он мед прям такую корочку дает шикарную. Даже в моей духовке. Так. Где? Чем? Сейчас с этой попробую. Не кисточка, а лопаткой. Может и получится. Ну-ка. О! Еще маленько. Видите? Даже удобнее, чем кисточка. Вот не знаю мне, почему-то этой лопаткой смазывать.
Видно вам, ребятки? Лучок подгорел. А я люблю горелый лук. Вот честно. Я белый не люблю, а горелый люблю. Так, назад. Ставлю ее еще минут. Так, время 5 минут. Был без 5, да? Короче, минут на 10 поставлю. Посмотрим, за какое время приготовится. Тык. О. Пошли, ребятки, кофейку трахнем маленько. О. Кочерга. Я так сутула. А сегодня вообще я не то, что сутула. Я, блин, какая-то... Ой, горбатая. О. Ух, блядь. Аж стреляет. Ой, бывает, ребят, бывает. Ой. Знаете, как будто на заводе работала, пришла такая вся убитая. Или как будто пила. А вот отвечаю, ребят, даже глотка не пила. Ни вчера, ни сегодня. И на улице такая погодка, прям сходить, даже вот до магазина. Я не дойду. У меня, говорю, когда спина болит, это вот походка вот со стороны. Сейчас скажу, может, и вульгарно будет. У меня как-то получается задница куда-то назад, я оттопыриваю. Вот, вот эта часть вот куда-то вперед, я по-другому тоже не могу. Мне больно. И идти на улице в таком положении, я точно не так поймут, блин. Будешь вот так на кассе стоять в очереди, а зайца кто-нибудь пристроится. Скажет, намекает, стоит. Типа, как там называется, период, это когда зверь гуляет, как называется период, забыла. Подумает, у меня началось. Скажет, гляньте, гляньте, стоит. Намекает, типа, дядь, давай. Ой. Ой. Мои девочки меня поймут. Они мне даже такие, как и я. Любят пошутить. А серьезным дамам здесь не место на моем канале. Так что мимо, мимо, ребят. Прям проходим, проходим, мимо. Даже не заглядываем. Ой, здесь место шутникам. Приколистам. Так, было без 10 минут готовиться. Время только 5 минут. Вот. Да, но не 5, 6, 7 как-то. Вот так как-то. Сейчас покажу. Было без 5. День, часы. О, подольше подержу. Ой. Чтоб точно увидели. А то ведь есть такие люди-то. Прям, чтоб точно увидеть. А вдруг обманут. Даже во времени. Кому-то до лампочки, а кто-то прям, ну, ты что? Каждую минуту проверит. Ой. Ладно, ребятки. Допью кофеёк. Сейчас рыбка приготовится. Пойду покажу. Без мёда что будет. С мёдом видели, когда какая корочка. Правда, вообще классная. Вот, посмотрим, что сейчас получится. Ну, маслицем с маслом, может, сейчас тоже подрумянится, надеюсь. Ну, должна подрумяниться-то. Ладно, короче, попозже увидимся. Ну, ребятки, 20 минут рыбка уже в духовке. Я думаю, буду доставать. Она в любом случае уже готова. Ой, а то... Передержу, будет сухая. А сухая мне не нужна. Пусть лучше будет сочная и вкусная. Сейчас я вытащу аккуратно ту жига. О! Все. Вроде бы сейчас проверю. Лук такой прям негритосик. Вроде бы готово. Или еще подержать. Чуть не пойму. Как же мне головенку приподнять, поглядеть. Не, готово.
Зато лук, гляньте, какой. Негритосик. Зато сочный будет. Поближе вам покажу. И вкусненькое. Так что вот так, ребятки, ставим лайк, не жалеем. Поддержите меня, я старалась. Я старалась. Сейчас попозже, думаю, сниму мукбанг. Но это уже выйдет в следующей серии. Так что, мои сладкие, люблю вас. До новых встреч.